Алло, алло. Да. Да, у меня теперь есть деньги, причем неплохие, да. Букмекерская контора. Мелбет. Предпланенный привет. Мелбет, мой пламенный привет вам, ребят. Счастья, здоровья, чтобы у вас бабок много было, как у меня, вот нихуистное количество. Сейчас пойду, блядь, в сауну, наверное, к тёлочкам. Вот. Ну и, конечно, мое финальное движение. Здорово. Спасибо. Спасибо. Да, вон... Улан-Удэ, привет! Что делаешь, старина? Да так, ничего. Здорово, да. Делаю. Вырезаю из бумажки снежинки, брат, если понимаешь, что я. Братан, если я не отвечаю в ВК, значит я просто занят, или ты. Ну, ты просто ни о чем дельном не пишешь, брат. Ты там. Если вы пишете там привет, как дела, оцени трек и такую хуйню, я, скорее всего, вам не отвечу. Хрустящий пэк, зиплок, брат. Зиплок. Ну, батлить надумал. А, да, батл смотрел, как бы. Ну, все довольно предсказуемо. А, птах ужасен, звучит ужасно, как бы. Лёх харизматичный. Ну, что тут еще? Гол батл с птахой. Ну, не знаю. Не знаю, брат. Мне кажется, нам надо с ним кое-что еще сначала решить перед тем, как батлиться. Да, конечно, брат. Дагестан, привет. Да, конечно. Да, братан, птаха сам себя забатлил, ну серьезно. Вот вы бы согласились, блядь, за 3 миллиона, ну вот таким идиотом выделить на всю страну, чтобы тебя все ненавидели. Боря Бритва. Так что типа того. Я только проснулся, брат, имей совесть. Не, с Big Russian Boss вряд ли бы забашлял. Узбекистан, привет. В Питер пока не собираюсь, брат. Батл следующий. Не знаю, брат. Можно было бы с Гнойным, но он, блядь, он сдулся. Не знаю, он не хочет батлить. Да, Энди весело разъебал. Не знаю, с кем вы хотите, чтобы я батлил, потому что, ну... Ну, честно, кто остался? Да нет, шоком шок не будет, батлить, брат, ты что, угораешь?
во Владик. Ну вот, там организаторы писали со Владика. Поговорите, как бы, с ними, и обе приедет. Fallen MC. Ну, Fallen MC можно было бы побатли, но я вообще про нее нихуя не знаю, как бы. Да он вроде не особо, как бы, батлит. Сомневаюсь, что Топор пойдет со мной опять батлить. Тем более у него с этим, с Рикиефом, потому что там БПМ намечается. Так вообще ужасно. Не, Fallen MC силен. Ну хуй знает. Я ни разу еще не слышал, чтобы кто-то подошел и сказал: блять, Fallen MC самый крутой батл в России. Знаешь. Да пусть хоть целой бандой пишут, какая разница. Не, СТ вряд ли будет батлить со мной. Да и честно говоря, я так подумал, нам с ним, как бы, хуй знает, что ему сказать, как бы. Мы знакомы, в одной школе учились, как бы, ну, как-то глупо, по-моему. Вот, и я вот собираюсь вам альбом выпустить через месяцок, полтора, может. Только вот единственное, я хуй знает, не могу решить, короче, все придумал, кроме названия альбома. Бля, если у вас есть идеи, короче, для названия альбома, там, пишите, я обещаю вам 2 бесплатных билета, короче, на концерт в Москве 12 мая. Если вы придумаете название альбома, и вы будете из другого города, я вам оплачу билет на концерт тоже. Тематика, ну, хрен знает. Он очень похож на 21 грамм, но круче. Но круче раз в 4. Не, на английском не мое. Сеймур заебись. Батлит, но он себя ставит неправильно, мне кажется, и просто он сам себя, короче, сам свою цену сбил. То есть ему не надо было соглашаться просто на всякую хуйню и на всякие галимые батлы с кем подряд. Не стоит батлить каждый месяц, ну, типа того. А так он очень талантливый, и, честно, считаю, один из самых талантливых. Просто, ну, надо понимать, что этим батл-рэперам им никто не объясняет, как бы, как надо делать, или так же, как моя рэп-карьера, мне никто не объяснял, что и как делать. Только, грубо говоря, спустя там 7-6 лет я понял, как что. С Терепсом зарубись. Нет, Тереп нормальный парень. Да и он вроде такой, типа, я в рэп ушел. Артема Тарасова не. Я бы лучше пошел бы, может, в Питере, и вот к Артему Тарасову, может, как-нибудь его блог там, а и там на спорте. Я люблю спорт, но боюсь, мне там пиздюлей навешают. Ну, это не секрет, брата. В этом, как и в Писке, или как это называется, с ресторатором, он же там сказал, что да, платит 60 или 70 тысяч, я уже забыл. Ну вот, и, значит, вот, столько за батл я и получил. А еще новый трек, наверное, выйдет через неделю. У меня все отлично. Проснулся, сегодня в зальчик не пойду. Сегодня чисто рэп с утра и до вечера. Потому что надо альбом доделать. Да, не с кем пьем. С Димаской не. Да что мне с Димаской батлить, братан? Я с ним, как бы, вот, виделся там 2 раза, может. И, ну, честно, ну, помел нормальный парень. Как, я не знаю.
Тимиру и Гнойного, ну хуй знает. Гнойный, мне кажется, согласится на любого, лишь бы со мной батлить не идти. Кто лучше батл рэпер? Ну ты смотришь на него? Да, бутылку надо сменить. Не, мы против наркотиков. Соболева. Ха. Ну, кстати, интересно. Кто лучше после меня? Не знаю, в батлах. Не мне решать, брат. Я не курю. Прошу прощения. Привет, солнышко. Потому что Гнойный сдулся. Он просто сдулся. Знаешь, ну ему ловить нехуй в батле. Он боится идти в батле. Ну, видели его последний батл, где они 2 на 2. Это такая хуйня была. Как бы в нем не осталось батл рэпа вообще. Он сдулся, к сожалению. Это, короче, Диман сосед. Проверь, разблокируй ВК. Братан, я не знаю, как ты там заблокирован или разблокирован. Напиши в группу, короче, в мою, в личное сообщение. Там, да, там эта группа, Диман канал, там можно сообщение туда. Напиши, что это ты. Я тебя найду. Батл с Джублин? Нет, Джублин нормальный парень. Гнойный сдулся, я вам говорю. Он не будет ни с кем батлить, ну, по крайней мере, сильно. Да, общались, Кизару вообще ровный парень, как бы, и поддержит меня, и я его поддержу, всего ему хорошего, как бы. Если у братухи, да, чё, как, ну, ну, Богут в Москву не собирается, но если чё, как надо в Москве, пусть только скажет. С Тарасовым общаешься, ну как бы так, ну привет, привет, там, да, у меня в друзьях есть, у меня вот тренер, который, Иванов, который меня боксом тренировал, он знаком с Тарасовым, они там, ну типа, то, знаете, как рэперы знакомы, так и эти боксеры, тренеры, ну что вы поняли, спасибо, брат. Привет, солнце. Ну да, с Птахой, не, как Птаха говорит, вероятно, это не пасы. Мне кажется, вот ему даже и 60 тысяч не заплатят, чтобы он пришел на батл. Не, Мози крутая. Она, по-моему, я не знаю, можно ли ее отпалить, но как бы они вроде уже договорились на батл в мае или когда там. Братан, ну я тебе так скажу, я вообще... В зал пошел сейчас только, блядь, 3 недели назад. До этого я ходил на бокс, на турники, ну, у меня там всякие гантели, всякая хуйня. Я на турники ходил 5 лет, на бокс, турник, как бы. Вот. Просто, я не знаю, подзаебали эти турники, и вот, да, решил, у меня тут, я переехал... ближе к Славянке. И тут качалка 24 часа через дорогу. Почему нет? Там груши обью, да, тоже. Да и тем более, ну, знаешь, с утра проснулся, как бы, вот как сейчас. Я обычно как раз хожу до качи. Ну, зимой, блядь, заебывает дом сидеть, блядь. Не, Леха иметь нормальный. К сыну проститутки. Не, я бы не хотел подлезть. Я вообще не хочу увидеть его. Видеть его, слышите. Сколько, вот честно вам скажу, вот, блядь, раньше я много писал всяких фитов за деньги, это гоустрайтинга,
Ну сейчас мне, честно говоря, вот просто лень нахуй стала, не знаю, уже с возрастом как-то. Ну честно, вот делаю рэпчик уже для себя. Вот они мне пишут там, сколько тебе фит. Ну я им пишу 100-200. Это честно говоря, мне просто неинтересно как бы. Я бы побатлил с кем-нибудь в паре, но это очень сложно, потому что я когда я пишу тексты, я очень закрытый, короче. Мне нужно одиночество. А там, когда 2-2 батлишься, надо, короче, ну, надо рядом быть. У меня просто СДВГ, если вы знаете, что такое. Мне сложно концентрироваться на вещах. Поэтому, ну, если я хочу писать, мне надо, короче, желательно уединиться, чтобы ничто не отвлекало. С каким Игорем-то, брат? Про какого Игоря ты говоришь? Окей. Окей, как скажешь, брат. С топором я бы побатлился еще раз с топором. Посоветую книгу почитать. Могу посоветовать брата, она... Знаешь, такая есть книга «Сто лет один...» Нет, что-то... Побуду. «Любовь во время чумы». Ну, это так, это для тех, кто понимает. После батла с топором ты как бы тоже сдулся. Ну, окей. Что я могу сказать? Ну. Если бы ты все-таки решил на батл парным, кто батл... А. Не знаю, я бы, если в паре... Не знаю, ну, Мирон слишком умный для меня. Вот, не знаю, мне надо кто-то такой, мне нужен какой-то гопник со мной, чтобы был. Mighty D, думаю, с Mighty D, с МЦ похоронил, как бы, да, в паре, вообще с удовольствием. Вот, а не то, просто они, как бы, мне по духу ближе в моем батле, то есть, ну, с Мироном рядом просто это две противоположности. Да, вот этот батл Оксимирон и Смоки Мо, хочу сказать, со всем уважением со Смоки Мо, ничего не хочу сказать, что плохо, но просто, ну, я бы не пошел в команду Смоки Мо, потому что, ну, лично, он же не батлил ни разу, ну, как он может команду научить? Как бы он крутой рэпер, как бы, и все такое, но батл рэп это чуть другое. Вот и все. Как бы за всем уважением я не хочу ничего плохого про Смоки Мо сказать, но просто, ну, не знаю, это, ну, как можно, короче, тренировать тех, чем ты сам никогда не занимался. Да, еще и распиздяй, брат. А я не помню, какой он напил. Не, Гуф не помогал. Ну да, ну короче, я не знаю, ну, не, ну, все может быть команда Смоки еще и уделает, как бы, но лично если бы я выбирал, я пошел бы к тому, кто все-таки батлил уже до этого. Братан, ты там всех просто кроешь, да, меня, Басот, тебе похуй чисто. Да, сейчас заряжу, брат. Да скинь, бро. А,
Бля, вот мне постоянно пишут такие, я там пытаюсь попасть, отправил заявку на Fresh Blood, и как бы, я такой, ну давай, послушаем. И он мечтает, и я говорю, это полная хуйня, тебя никогда не возьмут. И всем задаю один и тот же вопрос, я говорю, что вообще от тебя ждут на батле? И никто из них толком мне не может сказать. Они говорят, сделать вещи там, я не знаю, прийти выступить, я не знаю. Вот что вообще как бы от вас ждут на батле от рэперов? Если вы сможете ответить на этот вопрос, то вас легко возьмут, как бы. Там, версус, не версус, слово, там, куда вы хотите попасть. Гуф немного под тебя косит иногда, замечал? Да не замечал, но, честно говоря, 99% батл рэперов сейчас все подобие к нему косит. Это не то, что косит, просто, ну, я стараюсь что-то новое в батле дать, я даю как бы идеи, они уже дорабатывают там что-то. Да, Топор очень ровный парень, как бы вообще дружелюбный, и с ним после общались, как бы всего хорошего ему, и... Да с радостью бы побатлил, встретиться вообще что угодно. Он вообще ровный парень. Ну ёпты, после фразы это просто эмоции, братан. Просто значит ты говоришь с душой. Ну не упомянул. Он и так, знаешь, везде писал, что я король батлов, как бы. Никто не обижает. Алексей красавчик, сделал все, что надо. Да, брат, и я вот только проснулся. Все, короче, пойду я потихоньку. Короче, через месяц альбом там я придумайте название, я получите 2 бесплатных билета на концерт Obi-Wan Kenobi. 13 мая в МСК, если вы из другого города, я вам оплачу билеты. А, как бы, ну, проезд тоже. Делайте вещи, ебой.